Продолжая прищелкивать пальцами, заявленно посвистывая, то и дело оборачиваясь, запинаясь за тротуар, с большим сожалением пана последовал за мной, уверяя, что если бы он был один, да без багажа, да не мокрый, да при деньгах, он не отступил бы, так просто он был. Я не поддерживал разговора и, вздохнув, почти со всхлипом, аким смог, однако чувствовал мое молчание неодобренное и через какое-то время принялся подмазываться. «Ах, собака! Собака!» — сокрушался он. «Забыли саранку? Сигов вот не забыл. А саранку такую хорошенькую забыли. Что мы за народ?» Я ничего ему в ответ не говорил, потому что верю, саранку вынесет потоком в реку, выбросит на берег Тунгусский, Енисей. И, поймавшись за землю, хоть одно семечко дикой туруханской лилии прорастет цветком.